Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Черный Металл, это у нас обзор ванильных кораблей игры Space Engineers, или Engineers, кому как нравится, тот так и называют. Сегодня мы осматриваем кораблик, вот такой вот, давайте детали посмотрим, какого он года вообще, и давайте в воркшопе его взглянем, как он называется. Вот так он называется в воркшопе у нас. Изменен был 1 июня 2016 года. То есть корабль довольно-таки старый. Я не просто так осматриваю, дорогие друзья, ванильные корабли. Так как весь прикол в том, что с модами корабли даже новые не работают. И без модов тоже некоторые вещи не работают. Но старые корабли, как говорится, в новой обертке, особенно с новой графикой, посмотреть-то стоит. Они некоторые могут очень качественно смотреться. Давайте посмотрим на него. Довольно-таки неплохой кораблик. Ну-ка. Так, надо хоть фонарик включить, что ли. Посмотреть у него, что тут вписывается, что тут не вписывается. Ну, так скажу, кстати говоря, с новым-то графончиком он поприкольнее стал. Ага. Да, это так смотрится довольно забавно даже. Я раньше чего и не делал обзоры кораблей, потому что они обещали довольно-таки давно сделать новую графику. И было очень интересно, как эти корабли будут выглядеть на новой графике. То, что раньше было, это, что, как говорится, прошло. Надо людям по новой, походу, переснимать. Потому что новая графика, она довольно-таки конкретные действия делает и конкретные изменения. Ну, смотрите, ну, слушайте, этот корабль даже со старых времен, так сказать, довольно неплохо смотрится и в нынешнем расположении. Да, да, вы поняли, я потом включу этот пиратский. Но он, правда, с легкой броней, я не знаю, ну, что его разберут тут за 5 секунд. Легкая броня, все-таки, в конце концов, это же, блин, не боевой корабль. Хотя ракетные установки на него навешали так, что вроде как и боевой. То есть я его, конечно, ногами смотрел. Ну, лады. Пардон. Ё-моё. Любят эти двери, смотрю, понатыкать. Давайте низ осмотрим. Здесь у нас чегось. Гидроген трустер. Не, ну слушайте, вообще шикарненько смотрится. Ну, нормально. Так, чего у нас здесь? Гидроген танк, оксиген танк. Ага. Все работает. Здесь у нас нифига себе. На воздушном сарике. Лады, предположим. Так, дальше с другой стороны предположу, что там то же самое. Давайте хотя бы проверим. Может, не симметрично сделано? Нет, симметрично. По симметрии делали. Особенно с этим, смотрю, не зацикливались. Ну, чё. Отсек такой гироскопов неплохой. С командными двумя запасными рубками. И вот меня вопрос теперь волнует, блин, куда это приперся. То есть тут такой отдельный задний ангар, что ли? А, нет, тут, смотрите, еще внизу есть. Так. Ну-ка, сикась. А это у нас командный пункт, что ли? Да, это у нас командный пункт. Ну, управляемость у него... Так, сколько он массой там? 5 миллионов. Ну, можно было в гироскопов. Тут штучек 15 еще вполне хватит. Для управляемости такого корабля. Более-менее адекватный хотя бы. Что у нас здесь такое? Так, джамп-драйв, джамп-драйв, джамп-драйв. Значит, 4 джампика. Лады. Медотсек. Medical room. Раз. А это одна такая здоровая она стала по виду. Ё-моё. Могли бы что-нибудь пооригинальнее придумать. Не, ну эти двери, конечно, с одной стороны клево сделаны, но как-то... прошу прощения. Я вот что-то не понял. Я что, щель, что ли, вижу? Да, походу здесь, ребят, щель. Ну ладно. Двери хоть и герметичные, но щелью. Предположим. Забудем. Что-то как мне
Ага, вот у нас генератор гравитации. Понятненько. Так, здесь еще два командных кресла. Так, здесь у нас чегось? А, двигатели для подъема на орбите. Сюда если сходить. А, еще гироскопы есть. А здесь? Ага, криоотсек. Это у нас контейнеры, да? Ага, смоловые контейнеры с вентиляцией. Ну, забавно. Так, ну-ка. Далее посмотрим. О, слушайте, а что тут? Это вот прикольно. Ну, SimSpeed держится на нормальном уровне. Ну, корабли, правда, не двигаются, стоят. FPS 75, 77 на полной графике. Нормально, нормально, друзья мои. Так, я вот что-то не понял. Ну хорошо, предположим, я вот тут бегу как дурак. Вижу генераторы. Да столько у него генераторов, да? А. Ну, работает и это хорошо хоть что-то. Хоть что-то, блин, работает. Ладно, поперлись дальше. Вроде почти все осмотрели. Здесь больше ничего интересного. Не, ну новая графика, это корабль не исковеркала. До этого я два осматривал, там просто звездец. Даже смотреть на них не стоит. Я буду показывать вам стараться те корабли, которых именно графика не сильно исковеркала новая. И, к сожалению, имеются. Так, а мне, ага, вот шлюз красным помечен. Открывайся. Давайте-ка прокатимся. Так, а у него тут никакого ангара нету? Он же в атмосфере может летать. Тут ангар типа для ровера, для ховера, для чего-нибудь еще. Нет, только, блин, стыковочный док. Ну да, плачевно, плачевно. Но корабль выглядит как бы вот таким образом. Внутри спокойно можно ходить. Ничего тут такого страшного, специфического нету. Даже камера вот есть тут на носике. Сказал пару слов про эту камеру, но лучше промолчу. Так, ладно, давайте-ка отлетим ему в хвостяру. И, значит, генераторы с двух сторон получаются. Блин, как бы тут так подлететь? Успеть еще и смотаться. Тихо, тихо, тихо. Их жалко, на расстоянии нельзя это сделать. Ctrl-A. И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас. Ой-ой-ой, какие пролаги-то начались. Ёшкин ты матрёшка. А, всё, пошло, поехало. Да тихо вы. Японский ты городовой. Какого лешего меня так отшвырнуло от него? А, да, пулемёт во мне все начали стрелять. Ой. Так, ну прекрасно, эти-то что боковые не стреляют? Все, сдались что ли? Что-то я вообще не понял юмора. Но... Да, пролагивает, конечно, жутко. Ctrl-A. Ну, давайте мне. А, теперь он начал стрелять. Блин, идиотизм какой-то сплошной. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько они там в сетевом режиме? Да хорош ты по мне стрелять. Да, не дает мне гад ничего посмотреть. А, так он что получается? Моментом развальцевал два корабля, что ли? Я вот что-то вообще как-то не догоняю темы этой, друзья мои.
Нет, мне, конечно, писали то, что то не работает, а это не работает. Ну вот, пожалуйста, вам банальный пример. Но реально не работает. Ладно, еще и фризы вдобавок ко всему. Ну, к фризы-то ладно, привыкнуть можно. Ладно, давайте ми. На ободе ми. И чё? Ну чё, не работает, что ли? Что-то вот не вижу. Включено. Атаковать нейтралов. Понятно все. В общем-то, опять что-то не работает. Бывает. Странно, что это не работает все. Ладно, давайте сделаем вот так вот. Ну, давай, давай, давай. Вот это ему сейчас там напихают, вот бедолага. Вы видите, сколько там ракет в него летит? Я так примерно прикидываю, что это... Ой, жесть какая. Ну да, дорогие друзья, эти корабли небоеспособны. Как ни крути, вы видите сами, что творится. У меня Sim Speed 0.5. Ой, жесть какая. Ой, какая жесть. А, так он что-то центральное здесь вырубил и все, да? Ну, много ракет не ставить не рекомендую. Ну да. Слишком быстро ушел, конечно, но вот, пожалуйста, лаги вам какие. Ну что ж, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, вопросы оставляйте под видео на YouTube. Подписывайтесь на канал. Будем стараться смотреть все корабли, проверять, какие есть, каких нету. Ну и самые, как говорится, такие, которые не нарушила новая графика, новые виды, которые хоть смотрятся адекватно, я буду вам показывать. Но, к сожалению, да, возможно, задержки по видео. Я постараюсь выпускать сейчас стабильно. Два раза в неделю, по субботам и воскресеньям. Ну да, вот тебе сколько уже, 6 кораблей вот, сегодня осмотрел. Фигово бывает то, что не подходится, не так хреново смотрится, что дальше ехать некуда. Всем удачи, всем пока.